Новый метод обучения внедряют в алматинских детсадах. Основная цель перезагрузки в дошкольных учреждениях – сделать так, чтобы дети научились самостоятельности, социализировались и познавали особенности национальной культуры. В рамках данной инициативы в одном из яслей-садов города провели экспериментальные уроки. В частности, продемонстрированы результаты обучения детей навыкам разных профессий, работа воспитателей с родителями и не только. Интерес к методике проявили представители и других дошкольных учреждений. Мы должны детей научить самостоятельно владеть различными ситуациями. То, что мы увидели вот в лондонских детских садах государственных, научиться правильно владеть ситуацией, уметь в чрезвычайных ситуациях правильно адаптироваться. И социализация детей, здесь еще вопрос главный – это самостоятельность детей. Дети должны самостоятельно уметь играть, дети же должны самостоятельно друг с другом уметь находить контакт. К слову, эти методы алматинские специалисты освоили во время двухнедельной стажировки в Англии. В Лондоне повышение квалификации прошли больше 30 человек. Теоретическое обучение и выезды в ведущие университеты мира, а также практическое закрепление знаний в дошкольных учреждениях дали большую мотивацию для претворения новых идей в процесс работы, признаются представители детского сада.